решали свои, наверное, задачи на сегодняшний день. Мы после паузы имеем три игры, которые мы должны пройти, чтобы правильно войти в плей-офф. Югра решает свои задачи. Очень мобильная, активная команда. Активно работает, начинает с зоны атаки, поэтому мы посмотрели, разобрали игру. Но было тяжело. Второй период, скажем так, испытывали определенные проблемы. Третий понравился. Ну, скажем, что результат нас устраивает, и мы едем дальше. Поздравляю с победой, Федор Леонидович. Приятно слушать, что такая команда, которая ставит высокие цели, настраивается на нас, разбирает нашу игру, готовится к нам. Это очень приятно слышать. Вот. Но, к сожалению, у нас очень много таких мелочей, которые в хоккее вообще не прощаются. Это даже касается не только сегодняшней игры, а вообще, я думаю, сезона, когда вот эти мелочи, начиная там от подготовки к игре, от тренировочного процесса, от нежелания размяться, если не назвать более жесткие вещи своими именами. Ну, грубо говоря, наплевательское отношение к команде некоторых деталек в ней перерастает в снежный ком, который получается вот в виде 21 поражения за сезон в одну шайбу. Жалко, что эти хоккеисты некоторые, они не понимают всей ответственности по отношению к болельщикам, по отношению к руководству, по отношению к тренерам и вообще по отношению к команде, к своим мужикам, с которыми они играют в одной команде. Жалко, вот, что это процветает пока, и жалко, что на это нету права. Но хочется сказать спасибо болельщикам сегодня. Зрителей было так довольно-таки много, болели. Вот. Но, к сожалению, положительных эмоций мы опять не принесли. Приходите на следующий хоккей, мы будем стараться дать вам улыбку какую-нибудь.